закону должен принять жалобу трудящегося на события... То мы видим, что произошло. Ведь произошло на самом деле, произошла не победа Владимира Путина. Ну, точно таким же способом победил Медведев несколько лет назад. Был бы не Путин, был бы кто-то другой, он бы тоже победил. Потому что за этим кандидатом, за кандидатом власти стоит огромная, подавляющая государственная машина. Прекрасный пример – город Москва. Я об этом уже говорил. В Москве... Будет, я микрофон передам, после этого я буду показывать последующие. Я не знаю, как вновь избранный президент, который с точки зрения многих не является теперь законным президентом, как он будет себя дальше вести? Как ему жить и работать в своей столице, которая относится к нему с неприязнью? В мобильной группе, потрясение было так... Люди как-то поняли, что с белыми шариками воздушными, с белыми ленточками и с веселыми флешмобами против роботов из ОМОНа не пойдешь. Я думаю, что сейчас наступит некоторое общественное оцепенение. Я не удивлюсь, если 10 числа на наш митинг придут наблюдатели, а больше никто особенно и не придет. Мы в своей обычной жизни совершенно не имеющие отношения к... Спасибо. 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 Сядь.